Привет, дружочки-пирожочки, с вами товарищ Сафронов. Подготовил для вас целую гору сюрприз-пакетиков. Вот такие сюрприз-пакетики с динозаврами. Дино-сюрприз-пакетики. Целая куча. Посмотрим, сегодня распакуем. Секрет этого выпуска будет в конце ролика. Вы посмотрите до него, узнаете и посмотрим небольшое сравнение и вопрос важный. И вы не забывайте ставить лайки, чтобы мы продолжали. Если вам нравятся обзоры на сюрприз-пакетики, то не забывайте. Вот сегодня распакуем таких вот по картинке крутые какие-то динозавры. Динозавры вообще в целом все крутые. Если вы хотите больше видео про динозавров в целом, даже не обязательно сюрприз-пакетики, то тоже дайте мне об этом знать. Еще динозавров напишите в комментах. Еще динозавров, если больше хотите видеть. Итак, сегодня у нас на распаковке целых 12 пакетиков, а это значит много всего интересного. Давайте посмотрим, что у нас здесь выпадет, какие динозавры. Мало того, вы мне нужны будете в помощь, знаете какой, мы сегодня будем по косвенным признакам узнавать, что же это за динозавры и где какой. И вы пишите в комментариях. Первый, второй, третий и так далее. Это первый динозавр, и смотрите, у нас здесь что? В комплекте у нас наклейка, вот такая здесь с таким милым, симпатичным динозавром, и фигурка динозавра. Вот такой динозавр, летающий динозавр, шерстяной, мы сейчас знаем, что они, да, были шерстью покрыты, не чешуей, да, в основном. Это, видимо, научно уже сейчас стали изображать, потому что одно время всегда показывали, что динозавры, они такие, знаете, как ящерицы. Сейчас сходят споры и теории, что динозавры были пушистики. А это у нас летающий динозавр. Нет, как же его? Ихиоптерикс, или как его зовут? Вот большие крылья, лапы есть и маленький хвостик. Какой-то летающий, или ихиоптерикс, это все-таки водяной динозавр. А этот, я не помню, как зовут летающего динозавра. Летающий динозавр звучит, конечно, жутко. Знаете, это вообще динозавр большая страшная штука, но летающий динозавр, который может за тобой еще и полететь. Следующий. Мы почему-то так всегда вспоминаем после парка юрского периода, что они будут за нами бегать как-то. Следующее, что здесь за наклейка? Вот такой вот милый динозавр. Милашка такой смотрит, ня-ня, лапками делает, как котик. Возможно, это предок котика. Вот. И здесь у нас, ну, я так понимаю, что это какой-то жирненький велоцираптор, потому что абсолютно такая интересная у него позиция, да, но он пятнистый, словно тигр, ар, дикая львица, ты моя царица, дикая львица, это леопардица, вот такой вот. А были ли такой расцветки или нет, опять же, знатоки динозавров сегодня, ролик-опрос и ваших знаний, знаете ли вы, что это за динозавр и был ли он такой расцвет. Следующий динозаврик. Это, вначале посмотрим, о, у него такой задумчивый тираннозавр, по всей видимости, хотя, не знаю, тоже такой пухляш какой-то. Почему? Они же могли тоже объесться, ну там, напали на кого-то и объелись, вот такой вот, у него там все это рядом. А, здесь этот стегозавр, да, насколько вроде как бы мне известно, может быть, это стегозавр. Стегозавр, но у него есть вот такие штучки. Динозавры, как вы видите, сделаны из резины, из плотной, детализация даже имеется, и вот такие у них штуковины. Да, к слову, я этих динозавров заказал на Озоне, но только немножечко улучшил. Как именно, знаете, в конце ролика, но в целом на Озоне заказал. Так что... А здесь я спрятал только для тебя свой промокод Озон6К6А2А. Он дает возможность получить 300 баллов на первый заказ или доступ к закрытым распродажам. Список дополнительных скидок можете найти во вкладке сообщества на YouTube. А можете сами стать рефералом Озон6К6А2А или указать мой промокод в качестве благодарности и поддержать канал Озон6К6А2А. Чпок! И готово. Данная ставка не является рекламой, лишь информационным оповещением. Следующий заведующий за динозавр говорит: ауч, ауф, ауф. Кто же там у нас будет еще? Давайте открываем и вначале смотрим на наклейку. Здесь такая гигантская наклейка, наверное, супер редкая. Это будет, наверное, супер редкий динозавр. Динозавр на пони верхом, на радуге, на пони. Наклейка с таким вот наездником
пони. Было бы такой, я бы посмотрел такой сериал, если честно. Или было бы здорово, если бы потом ученые сказали: вы знаете, все динозавры ездили на пони-единорогах. Ну окей. О, и вот у нас тут пухляш. Какой-то там... Нет. Этот, если стегозавр... Трицератопс, по-моему, потому что у него были рога. А этот как? То есть трицератопс, по-моему, с рогами и рогом. А здесь один рог какой-то. И он какой-то вот пыльный почему-то. Не знаю, почему запылился, не убирался. Ну как, у него лапки. Как он протрет себе здесь? Согласны? Узнали? То есть здесь он, понятно, ну может как-то обтереться, но здесь у него защитная такая пластина. Вообще, конечно, удивительные существа. Я каждый раз смотрю, думаю, как они существовали, как они жили, насколько сильно отличаются от того, что сейчас есть и очень круто выглядит. А вдруг их никогда не было, и это все выдумки, фантазии, теории какие-то. Вдруг это обман. Шутка. Ладно, нет, динозавры есть. Вы зайдите в любой палеонтологический музей, и вы удивитесь, какое количество экспонатов там находится. Правда, нужны пояснения. Часть из этих экспонатов это фейки, ну, то есть не настоящие кости, восстановленные. Там, допустим, одну кость нашли, а всего остального динозавра сделали, типа, по, ну, этой косточке. Но на самом деле куча и черепов, различных зубов и всего остального довольно много. Любой палеонтологический музей, и вы удивитесь. Здесь у нас вот такой немного такой, типа, чего-чего динозавр, чего-чего. Такой тиби-тиби динозавр. И здесь динозавр. Ага. Но скорее теперь я беру свои слова. Значит, смотрите, у меня тут небольшое сомнение. Я не понимаю, кто это. Ну, то есть, по виду это вроде вот теперь это велоцираптор. А это не велоцираптор. Но почему этот в раскраске коровы? Это предок коровы? Коровы были раньше хищными? Или это далматинец такой, знаете, 101 далматинец с динозаврами. Мир динозавров. То есть это самый угарный динозавр из этой коллекции, наверное, ну, потому что он пятнистый, как, либо как корова, где у него вымя тогда, ну, или как далматинец такой. Оу, я далматинец. Или он прикидывается далматинцем, или коровой. Знаете, есть хищники, которые, ну, там, типа, приближаются к своим жертвам, стараются быть незаметными. И этот тоже такой же, типа, он просто к стаду коров все время хочет приблизиться. А может быть, он в чем-то испачкался, и вот теперь тусит такой. Мне кажется, этот динозавр увидел вот этого и такой, типа, у него лицо такое, после того, как он увидел динозавра-далматинца-корову. Это, конечно, интересно. Но видели... Торсик у него прикольный. Им бы еще перекрас сделать. Вообще было бы супер круто. О, гигантский весельчак-динозавр-прикольчак. Вот такой. И из пакетика вылезает диплодок. Или как? Но вот у него такая сверху есть у него шишечка. Правда, он зеленый. Вот этот заплесневел немного. Вот, знаете, с шерстью у летающего динозавра. Вот крутится на языке. Как же? Вы же написали в комментах наверняка. Его зовут... Я забыл, как зовут. Не могу вспомнить. Это ужасно, когда я не могу вспомнить слово. Я его знаю, но не могу вспомнить. У вас такое было? Когда вы знаете слово, но не можете его вспомнить. Я просто не могу. Страдаю от этого. Что же делать? Или это уже старость? Не знаю. Так... Открываем. Вот это я. Это я буквально по утрам. Точно, так я выгляжу. Я выгляжу с чашечкой кофе. Особенно, вот я не понимаю, когда ты просишь принести тебе чайку, и тебе приносят с пакетика внутри. Он, во-первых, супер заваривается, во-вторых, этот пакетик, это веревка как-то. Не знаю, но ладно. И здесь у нас... А вот этого парня я не знаю точно. И я думаю, что в следующем выпуске, благодаря вашим комментариям, если я его увижу, я его узнаю. У него есть две такие пластины. Есть еще, знаете, такой динозавр с твердой пластиной на голове. Но этот вот такой вот... ну, все. Короче, они отказались от идеи шерсти на динозаврах, да, буквально на летающем. Следующий пакет. Еще осталось тут прилично. Сюрприз пакетиков. Какой здесь... А здесь нет наклейки. Секундочку. Она выпала. Вот такая наклейка. Вот она выпала из пакетика. Наклейка с акулой и динозавром. Давайте так договоримся с вами. Вот. Мой апгрейд немного. О! Это динозавр с антенной.
такой, знаете, принимает сигнал, возможно, Wi-Fi ловит. Но или это прародитель кроликов, потому что он немножко похож на зайчика или кролика, что у него как будто ушки это, да, или нет? Или кто? Или спустя полтора года обзоров на такие пакетики я, наконец, запомню, какой динозавр как называется. Наверное. Или сойду с ума. Тут одно. Или уже сошел. Ну, это не знаю. Так, давайте посмотрим. Вот такой вот головастый динозавр, смешной улыбаха. Динозавр улыбаха. Динозавряха улыбаха. И пакетики тут. Во, я говорил про этого парня с такой вот штуковины, как будто он в шлеме или в шапке, или в каске. И такой. Adidas здесь должно быть написано на шапке. Но здесь он как будто еще и волосатый такой здесь по краям. И там, я помню, что показывали, что он разбегается и пьюньк делает. Бьется головой. Типа баран. Ну, это, короче, наверное, прародители барана. Ну, я тут слабо себе представляю, как они... как происходила эволюция. Простите, школа была давно. Так, именно поэтому все люди вырастают и начинают верить в какие-то чудеса, в каких-то неведомых, выдуманных существ и поклоняться им. Ну, типа домовому, знаете, конфетки дают или каким-нибудь другим. Ну вот, потому что, видимо, забывают школьную программу. Здесь динозавр... король или королева огнедышащий пикселями. Такая вот коллекция наклеек. Ну, почему бы нет? Наклейки прикольные. Ладно. И здесь у нас красноспинозавр. Красноспинозавр. Кстати, есть еще и спинозавр. Есть же спиннерзавр. Есть еще, знаете, который крутится. Такой, у него был шарик, подшипник. Запускаешь, и он такой... Это спиннерзавр. Это предок спиннеров всех был. Ну, а это красный чувак. Вот у меня теперь сомнения. У меня три есть чела, которые выглядят довольно похоже. Может, они братюни? Может, они такая банда у них? А это просто разные виды? Или же нет? Или мы где-то... ошибаемся. Так, следующий пакет от Кровамба. Наклейку Доставамба. И вот здесь такой синий милаха-динозавр. Спинозавр, да? Или нет? И тут у нас... А, вот это... Так, спокойно. Чуваки, кто из вас кто? Этот, ну, грязный. Вы почему? И почему они такие грязные, эти два ребятушки, эти два? Почему они грязные? Это грязнозавр, это чумозавр, назовем его, потому что он чумазый. Чумозавр будет. Следующий динозавр открываем. И последний сегодня, на сегодня, динозавр. Вначале мы посмотрим на его наклейку. Вот с таким-то, как, кстати, новые, это похожие были, но это другая. Такая, видите, другая. Такая, видите, другая. Это другая, на другого такой головастый динозавр. И у нас там, конечно же, Т-рекс, возможно, синий. Синий, он замерз, просто это теория о похолодании, это теория о леднике, ледниковом периоде, и он синий, он замерз просто. Или он просто сидит с пацанами на лавочке, с мужичками, поэтому такой синий. Тоже может быть, я не знаю, но тираннозавр какой-то голубо-синий, синий-голубой. Нельзя, нельзя быть таким. Вот такая у нас сегодня коллекция, ну что ж, мне кажется, по приколу. Ну, по крайней мере, смотрите, у нас наклейка, пакетик, сюрприз, динозавры разные, много. Было интересно, мне даже вот мне было, хотя я как бы подготавливал выпуск этот для вас, но даже мне было интересно. И... в комментариях пишите, что за динозавры, обязательно ставьте лайки, а сейчас узнаете, как же произошла такая серия, как же она случилась, и обязательно оставьте комментарий, мне будет интересно узнать. Ну а репак, переупаковку я сделал вот из таких вот динозавров Сазон от OneToy. Вы же решаете, как вам больше нравится, в такой упаковке или в той, мне просто стало интересно. И я... заказал их на Озон, и вот здесь эти динозавры. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 динозавров в таком вот пакетике. Пишите комментарии, и какой вам больше нравится вариант, который предложил я, или который предложил вот этот вот в мире животных. В мире животных.